95-го года рождения, мастер спорта Украины, представляет его рождение годам, 9 лет занимается боксом, счет постоянно ведет, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров этого года, тренируется под руководством Владимира Ненашева, а спортивный царь Александра принят участие в Олимпийских играх. Третья пара, весовая категория 64 килограмма, Ярослав Самофалов, Киевская область, и Артем Соловьев, Херсон.
Максим Горький, 94-й год рождения, кандидат мастера спорта Кременчук. Спортивный клуб представляет старт. 5 лет занимается боксом, 77 провел на юрте, и вышел победитель. Чемпион, финалист чемпионата Украины 2011 года. Тренируется под руководством Александра Мальцева. Спортивная цель Максима стать заслуженным мастером спорта Украины. Готовится третья пара, весовая категория 64 килограмма, Ярослав Анупалов, Киевская область, и Артем Соловьев, Херсонская область. А третью пару будет рефери Насенко, Аджимуратов, Мороз, Сакню, Шевченко, Гаврилян. Thank you.
А награждать эту пару будет заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Советского Союза, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр в Монреале Александр Николаевич Ткаченко. Этот бой и звание чемпиона 26-го международного турнира завоевал Александр Меланюк. Счет боя 8-4. Я хочу представить спонсора нашего турнира. Это натуральная природная вода «Аквариус Актив». Вода для активного життя. За первое место награждается Мельнюк Александр. И за второе место город Максим награждается серебряной медалью и дипломом второй степени. Рефери Иноценко Анатолий, Днепропетровск, мастер спорта, судья международной категории.